Всем привет! Вы на канале Mandarin KLPS. И сегодня очень такая интересная новость. Я не легла в больницу из-за того, что она была переполнена. Все палаты были заняты. И поэтому мы будем ездить в больницу каждый день и проходить обследование, ездя туда. Вот завтра мы поедем в 7, ну, в 5 или 6 мы выйдем, в 7 мы сдадим анализы. Вот. Поэтому видео, возможно, будут выходить, но просто знайте, что я не легла в больницу. Всем спасибо за внимание, всем пока.